I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Мы сегодня собрались на дневной круиз в Хельсинки. Будем отмечать Олесю Гривишник. Да, наконец-то. Вот, нас всего пятеро. Нас всех видно. Сейчас у нас 8 утра. Идем посмотреть вообще, что в магазине интересного есть. Девчонки сейчас там выбирают, смотрят. Ну как у тебя настроение? Хорошее. Ты рада, что этот день настал? Я рада, что мы смогли все выбраться, наверное, больше, потому что редко встречаемся, а здесь прям все вместе, можно отдохнуть. Алису мы еще подкрасим, да. Она переоденется в свадебное платье, и мы пойдем гулять по Хельсинки. Грим нанесем, да. Чтобы людей не пугать. На какое пугать? Ваши эмоции. Все прекрасно. Сейчас ты пойдешь в свадебное платье. Да, я после, конечно. Да? Это что-то скромное. Ну, отлично. Какой у тебя красивый ободочек. И макияж, и все теперь прям супер. Сразу видно, кто это. Итак, мы сейчас выходим на палубу, чтобы сделать красивые фотографии. Так, невеста наша. Носили на руках. Правильно. Да. Важно. Давали золотую кредитку, остальное приложится. И кофе, и кости. Вот, именно. Вот эти хорошие пожелания. Ну, в общем, у нас дождик. Поэтому мы все сейчас экипировались, чтобы не мокнуть. Что тебе сделали за задание? Мне нужно найти мужчину и попросить его намазать помаду. Как ты думаешь, каковы шансы на успех? Ну, кстати, сейчас я позитивно настроена. Я думаю, что я найду такого. Да, ну, я думаю, что тебе в таком платье мало кто сможет показать. But I need okay. I have one. Let's see. I have something here, but I don't know what it says. Oh Jesus. That's it. Thank you. Thank you. То, что вы только что видели, это мальчишник.
И Алисино задание удивительным образом прошло очень легко. Как вы видели, он был одет как девушка. И поэтому нанести помаду ему не было никакой вообще проблемы. Поэтому вот, задание выполнено. Я в шоке просто. Надо же было так. У него мальчишник, у нас девичник. В общем, встретились две команды. Зашли мы сейчас в кафе, чтобы перекусить чуть-чуть. Потому что через полтора часа мы едем в Динамяки. И хотим перекусить, чтобы как раз быть уже не голодными. После этого мы покатаемся там на горках. И вернемся обратно в Хельсинки, где снова покушаем, погуляем чуть-чуть. И тогда у нас уже будет паром обратно. Где у нас, кстати, сегодня будет очень крутой ужин. И я опять же все вам покажу. И оставим эти воспоминания. Вон стоят кроссовки. Сейчас там выбирают булочки, салатики. Это Алисин обед. Посмотрите, как красиво вообще. Красота бегает. Тут у нас будущая невеста. Отправляемся в Динамяки. Несмотря на погоду, мы все равно в хорошем настроении и готовы кататься на горках. Первый аттракцион называется «Тайга». В общем, это какой-то новый аттракцион. Алиса говорит, что это очень страшно. Но это то, что нам нужно. В общем, да. Ливень просто ужасный. Вон девчонки идут. В шоке, вы не представляете, мы только что были вот на вот этой вот горке, она переворачивает вас, вы то летите вниз головой, в общем, боже мой, это был просто страх, мы просто все в шоке с девчонками. Как твои эмоции? Голова крутительная. Вообще, это ужас просто. Я прям думала, все, боже мой, только бы доехать до конца, потому что мне казалось, что если оно откроется, ты полетишь, боже мой. Твои эмоции? Это просто безумно. Ваши эмоции? Офигенно! Мы сейчас зашли, купили конфетки и скоро думаем уходить, потому что очень сильно льет и уже тяжело гулять. Нет, знаете, этого наслаждения. Но настроение хорошее, скоро пойдем в Макдональдс. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. Мы уже приехали в Италию сейчас. Мы все идем уже домой. Поэтому все прошло очень хорошо. Мы остались довольны. Надеюсь, что вам понравился этот влог. До новых встреч. Merci beaucoup. Au revoir.
И все такое. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh. We could disappear into this atmosphere.